Несмотря на прогнозируемое потепление, отопительный сезон в крае сдвигать не планируют. Как сообщили в Барнаульском комитете по энергоресурсам и газификации, в краевой столице начать подачу тепла планируют 19 сентября. Напомним, ранее, согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал при среднесуточной температуре не более плюс 8 градусов. Теперь же подать отопление могут раньше или позже назначенного срока, если того потребуют владельцы квартир. Запуск отопления в краевой столице продлится в течение 2 недель. При этом первым делом тепло пустят в школы, детские сады, больницы и дома престарелых. Отметим, по словам губернатора, районы края к приближению холодов готовы. Проблемы испытывает лишь Камень на Оби, где 5 сентября из-за нехватки угля объявили режим чрезвычайной ситуации.